нас традиционное закрытие сезона. Так еще снег не выпал. Вот люди говорят, что снег не выпал. Ну, это как бы дань традиции, то есть потом ты катайся. Надо закрыть его, чтобы официально. Понятно. Ну а сколько на мероприятии вот собралось у нас байкеров? Аня, ты опять засветился. Много, много. Ну, я не знаю, человек сколько, 30-40. Но это только Кингисеппцы или мы приехали? Нет, оттуда? У нас сланцы тут приехали, ну, в основном Кингисепп, Ивангород. В машине более комфортнее ехать, теплее и ветра меньше. Ну, каждому свое, каждый свое выбирает. То есть, к чему душа лежит, на том ездит.